«Стоп Трамп» – это проект республиканского истеблишмента. Традиционные консерваторы всеми силами стремятся не допустить, чтобы скандальный миллиардер из Нью-Йорка стал кандидатом от их партии. Проигрыш на праймерис в штате Висконсин на минувшей неделе притормозил Трампа, но вряд ли его остановит. Следующее поле брани – штат Нью-Йорк. Вот показатели кандидатов в президенты на сегодняшний день.